По Польше прокатились массовые митинги в защиту демократии и свободы слова. Более чем в 30 городах, включая Варшаву, тысячи людей вышли на улицы, требуя отменить закон о слежке, который значительно расширяет доступ полицейским к личным данным людей в интернете. Протестующие несли плакаты с лозунгом «Вы должны прислушиваться, а не подслушивать». Не устраивают поляков и изменения, которые внесло правительство в закон о средствах массовой информации. Согласно новым поправкам, руководители общественных медиа будут назначать министерства. Акции за сохранение гражданских свобод уже стали регулярными, и число их участников постоянно растет. Отмечу, нововведение польских властей вызвали вопросы и у Европарламента.